В Институте социально-философских наук полным ходом идет капитальный ремонт. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял решение объединить в одном здании все медиаструктуры университета. Здание необходимо не просто привести в надлежащее техническое состояние, но и сделать многофункциональным с точки зрения подготовки медиаспециалистов. Под ремонтом из учебных аудиторий всего несколько находится. То есть это учебная аудитория, где занимаются телевизионщики на третьем этаже, и несколько аудиторий, которые сейчас переоборудуются в ньюсрум, которые переоборудуются в мультимедийный класс. По самому зданию принято решение провести своего рода зонирование этого здания, то есть по зонам его разделить. И по мере возможности федеральный университет, ректорат будет вкладывать средства в то, чтобы каждую вот зону последовательно ремонтировать и приводить в надлежащее вот той стратегии. Ремонт идет не во всем здании ЦИТа, а только на втором и третьем этажах. Реконструкция Института социально-философских наук должна завершиться в сентябре нынешнего года. Регина Фахрутдинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.